Добрый день. Добрый день. Это наш четвертый день в Финляндии. Вот, посмотрите, как красиво. Тут белочки. Вот только что прям возле меня была белочка. Прям подходила. Вот они выходят, люди тут. Они бегут к людям. И люди их подкармливают. А мы забыли хлебушек. Посмотрите, как же тут красиво, посмотрите. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Сейчас пройдемся немножко, прогуляемся. Я вам покажу, как тут хорошо. Вот. Теплынь. Теплынь такая хорошая. Смотрите, я вам покажу. Как тут красиво. Не, так, пройдусь. Дети тут он катаются. Посмотрите же. Разве это не чудо? Посмотрите. Как тут хорошо-то. Посмотрите. Это прям за домом, представляете? Вот. Сейчас я присяду. Посмотрите. Вот. Смотрите. Просто вот, слушайте, просто настолько умиротворяющее, такое, знаете, просто красота. Посмотрите, везде тут эти, как это, скворечники. Видите? Смотрите, смотрите, как красиво, как красиво. Вот. Еще бы язык знать, было бы вообще красота. Вот сейчас я присяду. Тут вот такие вот везде они. Вот такие, посмотрите. О, просто. Вот. Видите? Это вот прям все в лесу находится. Все находится в лесу. Я вам покажу, как они, я увижу белочек. Я вам покажу. Тут не только белочки, тут зайцы. Тут говорят, но я не видела. Но говорят, что оленятка подходят еще. А туда вон дальше, вот туда. Там уже глубь леса. Глубь леса. Не мешай. Глубь леса там. Вот. Вот. Вот такая, такие тут прям, можно сказать, рай на земле. Очень красиво, очень красиво. Вот. Вот, посмотрите, вот это я даже не знаю для чего, но это и вот чьё, но вот это, вот посмотрите, тут, наверное, летом, вот, наверное, тут что-то варят, что-то жарят, сами же, вот это наш дом, вот это наш дом, вот это тут я живу, вот этот дом, он, вот, видно, не знаю, вот, ну вот, очень хочется увидеть, показать вам, показать, как близко тут подходят животные. Кстати, тут нету, не знаю, говорила, не говорила, не помню, бродячих животных тут вообще нет. Ни кошек, ни собак. Вообще нет. Тут не увидишь, там, тут очень любят животных, и все животные только домашние. Таких просто, которые ходят, там, замерзают, голодают, как у нас, такого нет. Вот, такие дела. Ну, очень хорошо, конечно. Просто очень хорошо. Даже у меня слов нет, как я, как можно. Вот мои дети катаются. Это два моих меньших ребенка. Вон они, видите? Вот катаются. Такие тут качели. Вот. А вот дальше идет. Вот, смотрите, я встала. Он там еще такой же внизу. Вот. Смотрите, ну, ну красиво же, правда? Просто. И тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, ну прям. Прям очень красиво. Ну, вот. Буду заканчивать свое видео. Если вам нравится, если вы хотите больше узнать то, что узнаю я про эту страну прекрасную, увидеть, что я буду вам показывать все, то подписывайтесь, ставьте лайк. Нам с детьми будет очень приятно. У меня четверо детей.
Вот все малолетние. Так что если вам нравится, если мы вам нравимся и хотите больше узнать про эту страну, ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания, мои хорошие. До новых встреч.